Чего разлеглась? Пошли работать. Сезон отпусков в самом разгаре, мне хочется отдохнуть. О, пойдем-ка узнаем, где отдыхает честный народ после новых ограничений. Расскажите, пожалуйста, вы уже отдыхали этим летом где-то? Нет, еще. Нет. А планируете куда-то поехать? Ну, на турбазу. На турбазу. В Воронежской области, на юг никуда? Нет. А почему, вы чего-то опасаетесь? Да нет, не опасаемся, ну, выходных мало. Может, в сентябре. Ага, куда? А, да, скорее всего, может, к другу на юг, в Ейск. Ейск. А как вы думаете, требуют ли какие-то прививки, там, справки? Ну, если только от коронавируса, прививку сделать, и все. А друг ничего не говорил? Mm-hmm. Требования какие-нибудь? Нет, есть? Вроде нет. В Железноводске, в Минеральные воды. Доезжали на поезде. Конечно, цена, хотелось бы, чтобы было подешевле, потому что... Ну, не всегда. Цена соответствует качеству. Цена билетов очень высокая в фирменных поездах. Необоснованная, я считаю. Были в санатории, отдыхали. У нас только требовали справку о предупреждении в июне месяце. Все. На море надо для пожилых людей делать уже входы, а там везде камни. Что в Крыму, что на Кавказе. И дешевле, а не драть три шкуры с них. Они с нас дерут, а мы им все строим. Планирую. Планирую куда? Санаторий. Санаторий, а какой? Не знаю, по путевке какой дадут. Может, Сочи, может, Туапсе. Угу. А как вы думаете, есть какие-то ограничения, трудности? А я сделала прививку. Да, сделали, да? Да, сейчас пойду на вторую. Угу. А, то есть требовали уже, да? Чтобы получить... Нет, я сама хотела. Да. Потому что возраст и болезни всякие. Возможно, скорее всего, по России. Куда, в какой город? Где-нибудь в район Сочи, наверное. Угу. Своим ходом, разумеется. Ну а как планируете добираться? На машине? На мотоцикле. На мотоцикле? Это где же вы будете останавливаться, ночевать? Ну, либо с палатками, либо, возможно, у таких же, как я, товарищей, путешественников. Где вы будете жить? В отеле, не в отеле? Нет, это будет однозначно не отель. И поскольку это как бы Россия, и таможня мне проходить, я надеюсь, не придется как бы... Надеюсь, то, что избегу подобных вопросов. А вы вообще делали прививку? Да. Да. Ну, нас обязали, скажем так. Ну, тогда ничего не страшно. Тогда в любой отель примут, я думаю. Да не хотелось бы все равно, как бы, такая обстановка, что такое себе удовольствие. Ну, пока еще пенсионер, работаю и позволяет. Угу. На одну пенсию не поедешь. А так дети куда-нибудь ездили отдыхать уже? Ездили. Да. Да. Что говорят, как понравилось или нет? Понравилось. Да. Калининград. В Крым. Крым. А почему именно этот выбор? Ну, не знаю. Родственники ездили, понравилось. А вообще требуют какие-нибудь мазки, там, тесты на корону? Нет, не знаю, не слышал. Не слышал. Нет. А на чем будете добираться? На автомобиле. Из этого опроса мы выяснили, что воронежцы предпочитают отдых по-русски, но цены их приятно удивляют.